Доброе утро, мои дорогие. Как птички чирикают. Весна, весна. Это кизиловое дерево. А это уже черешенька. Расцвела черешня. И вот так потихонечку природа просыпается. Это персик. Розовые цветочки, а это груша. Ох, посмотрите, они еще не распустились, но уже все дерево в бутонах. И вот еще груша. И вот наша маленькая самая. Тоже груша. Такая красота. А какой аромат. Просто бесподобно. Так. Смородинка уже, смотрите. Цветочки раскрылись. Пчелки вокруг. В общем, надеюсь, получается у меня передать красоту всю. Аромат это просто бесподобный. Вот эту смородину мы в прошлом году сажали. И вот у нее уже очень много, уже нужно почистить здесь. Чистили опять, вышли вот эти сорняки. Так, и вот еще черешенька. А какие цветочки у нас красивые. Ух. Запах бесподобный просто. Вот откуда берем вдохновение, настроение. И пойдем вот с таким хорошим, приподнятом настроении в новый день. Всем хорошего продолжения дня, мои дорогие. Посмотрите, какой грязный дождь был. Ну, просто не поймешь, какой-то ржавый, что ли. И все окна, которые мы помыли уже, вот в такой грязи. Такой страшный грязный дождик был у нас. Интересно, что за осадки на нас так сыпятся. Все вот, даже на полу вот грязь. Вы посмотрите на листочки розочек. Сколько грязи на них. Вот прям просто вот такой грязный дождь. Красота. Если я вам надоела со своими цветочками, вы напишите, потому что сезон только начинается, их будет еще предостаточно.
Хочу похвастаться, давно вам не показывала вязание, по-моему. Посмотрите, какой чепчик я связала, и первый раз я связала такую макушку. Вообще макушка сверху считается, это затылочная часть, но вот такую круглую. Обычно я вязала по-другому. Ну, вам показываю то, что вяжу как бы. Вот сейчас я прохожу такой курс, записалась. То, что меня, мне интересно, то, что хочется изучать. Есть пробелы информации, которые не знаю, и очень-очень хотелось в этом разбираться. И посмотрите, какую шапочку я сама создала, выбрала рисунок и сделала по моим размерам, расчетам вот такую суперскую шапочку, чепчик. Вот сейчас мы идем купаться. Чистый хлопок. И вот такая, ну, просто сказочная работа. По-моему, я очень довольна результатом. Просто очень. Вот такая красота у меня получилась. Вот. Параллельно слушаю видео, делаю записи для себя. Так что ушла в учебу, мои дорогие. Только что ходила по огороду, собирала, посмотрите, сколько вкусной травки я собрала. Сейчас пойду, буду готовить. Кто узнает эту траву, тот поймет, как это вкусно. И здесь вот чеснок собрала, молодой чеснок. Он каждый год выходит у нас. Вот. А здесь посмотрите, какая мальва шикарная просто. Вот можно сделать очень вкусный супчик. Он мелкая-мелкая здесь. Вот. Так что следующая будет она. Ну вот эту травку, которую мы собираем, я собрала. Посмотрите, кто живет в Армении, тот будет знать всю эту траву. Это очень вкусная. Посмотрите, какая красота. Это все у нас на огороде. Такая разная травка. Ну, а вот это чеснок. Сейчас почистим, и к борщу будет вкуснота. Вот такой красивый борщ мы сегодня готовим. Сейчас уже буду отключать. И собрала к нему чесночка. Будет вкуснятина. Ну, вот чепчик высох уже. Ну, получилось просто нежнятина. Ну, просто балдею от нее. Нашла ниточки. Сейчас солнышко очень-очень обманывает цвет ниточек. Но он бесподобный. А это и не солнышко. Это не солнышко. Это солнышко падает на навес. И он вот так все делает мне оранжевым. Очень нежная ниточка такая. Кремово-розовая. И будет вот на чепчике сейчас вышивки. Надеюсь, конечно. Сделаю и все вам покажу. Вот такой чепчик у нас получился. С такой затылочной частью. Скажите, что красиво. Так. Вот делюсь с вами такой красотой. Результат работы на природе. Вот такая нежность родилась на чепчике. Посмотрите, сколько базилика у меня есть. Меня угостили вот таким количеством базилика в такое время года. Нам его всего не съесть. Из-за этого я сейчас приготовила вот уже поднос. Помыла все это в нескольких водах. И сейчас буду снимать листики и высушивать. Вот на свежем воздухе, под пение птиц,
под чашечку кофе. А, кстати, я сегодня себе сейчас покажу, взяла конфетку, которую я люблю. Она очень похожа на Рафаэлку. Вот так. Так что вот чем я сейчас буду заниматься. И перчатки я не взяла. И сейчас руки, конечно же, будут синюшие от вот этого всего. И ногти, потому что буду вот так отрывать. Ну все, закончила. Пожалуйста, остались ручки да ножки. А здесь чистый вот так базилик, листочки только. И теперь будет сушиться на свежем воздухе. Сегодня нам дали розочки. Это те розочки, из которых я готовлю варенье. Все время спрашиваете, что за розочки, вот что. Я не знаю, что это за розочки, что за сорт такой, но это вот розочки, которые специально для варенья. Так что вот у меня будет, надеюсь, будет примутся. Сейчас посмотрим, куда посадим их. Вот. Нарцисс уже открывается. Он, наверное, туда подальше и посадим. Потому что они очень хорошо разрастаются и получаются огромные кусты.